13 апреля Саровский драматический театр приглашает горожан на премьеру юбилейного спектакля «Берегите головы». Начало 18.00. А 14 апреля в 18.00 в театральном кафе пройдет театральный квартирник для лиц старше 12 лет. 13 и 14 апреля в 11.00 в театре покажут сказку для малышей «Крошка енот» и «Летучий корабль». Приобрести билеты можно по пушкинской карте. Для маленьких зрителей 13 и 14 апреля в 11 и 16.00 откроют свои двери театр «Кукол Кузнечик». Там покажут спектакль «Любопытный слоненок». Спектакль рекомендован к просмотру детям с 4 лет. Городской музей приглашает на выставку «Стремление» Марии Егоровой и Софии Погудиной. В экспозиции представлена живопись и керамика. В художественной галерее пройдет выставка «Русский замок. Кузнечная летопись. Коллекция 1000 замков 17-20 веков». Работа мастеров русской живописи для зрителей старше 6 лет. Дом молодежи 14 апреля приглашает на фестиваль танцев народов мира «Грация». В программе фестиваля конкурс среди солистов и дуэтов, показательное выступление, гала-концерт фестиваля. Детская школа искусств 13 апреля в 11.00 приглашает на мастер-класс по хореографии «Бальный танец для начинающих» для лиц старше 12 лет. Приобрести билеты можно по пушкинской карте на сайте учреждения. В детской школе искусств номер 2 экспонируется выставка работ учеников отделения «Дизайн. Мечтаем о будущем». 13 апреля в парке имени Зернова состоится открытие летнего легкоатлетического сезона, посвященное памяти Владислава Кугукина. Начало в 10.00. 13 апреля во Дворце детского творчества пройдет шахматный турнир, посвященный Дню космонавтики. Начало в 11.00. Ледовый дворец 14 апреля приглашает на массовое катание на коньках. Проведите время с пользой, чтобы потом рассказать друзьям и коллегам, как здорово вы отдохнули в выходные.